Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. По стандарту начинаем с ивента. Давайте посмотрим, что сегодня нам предложат. Ну хорош. Так, Гаргантюа музыкант. Короче, у нас тут какие-то зомби-рокеры. А это что у нас за цветочек такой? Я не знаю, ребят, я в первый раз его вижу. Посмотрим, он маленький. Не стреляет, но, по-моему, он какой-то электрический. Что-то запрыгал. Че он... Ох, ё-моё, ничего себе. Вот это классно, ребят. Он вызывает грозовую тучу. Так, тихо, надо вот этих вот, наверное, замедлить. Давайте, тучки вызывайте. Мне нравится. Отлично. Напоминает мне чем-то наш электрический стебелек, который под ультой. Он тоже вызывает грозовую тучу. Тихо, уйдите, ребятульки. Так, уже сразу Гаргантюа. Да вы что, серьезно? Так, а посмотрим, что он делает под ультой. Что же он делает под ультой? Понятно, грозовая туча, которая бомбит несколько раз. Причем Гаргантюа сразу отдуплился. Прикол. Так, вот это мне не нравится, друзья мои. Летит сюда вот этот вот. Как же мне его остановить-то? Как же... Во, отлично. Так, здесь мы сделаем с тобой капельку. И давай еще выставим. Так, а вот этот же, это плохо, ребята. Он же у нас, по-моему, да, он делает вот такой вот ураганчик. Так, подожди. Давай быстро тучку. Гаргантюа надо как-то... Хотел заморозить, называется. Заморозил, ё-моё. Срочно ульту. Ну, хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь-то помогите мне. Неужели вы не видите, что здесь все очень плохо? Для меня, по крайней мере. Вот этот вот, наверное, пройдет, а? Посмотри, он идет в наглую. Так, мы его откинули. А вот этот вот, что он делает? Что он себе позволяет? Вот так вот, мы его можем отбросить. Это, кстати, хорошо. Минус еще один Гаргантюа. И вот тут, ёлки-палки, ты посмотри, сколько здесь поперло. Давай срочно ульту делать. Просто срочнецки. Нужно нам это все с вами здесь замутить. Так, защитник, ты будешь защищать меня сегодня или нет? Давай, в стоечку, как ты любишь обычно делать. Так, здесь замедлялку поставим. И молниями будем бомбить. А вот сюда я поставлю, наверное, вот этот вот защитник, который будет отбрасывать, если что. Так, у нас еще с вами есть одна ульта. Мы ее с вами применяем. Все, друзья мои, отлично. Слушай, ну неплохой цветочек. Конечно, жалко, что он долго... Делает эту грозовую тучу, но она того стоит. Так, нам достается лук, редиска и 1000 голды. В принципе, я доволен. Ну что же, ивент мы с вами сегодня прошли. И пора бы нам перебираться с вами на основную сюжеточку. У нас с вами 24-я миссия. Осталось тут, в принципе, не так уж и много. И вот будет здесь уже... Вот здесь вот будет босс этот, зомбосс. Смотри-ка, мы здесь еще листочек какой-то с тобой заработать можем. Ну что, поехали. Не будем тут долго задерживаться. Мне хочется быстрее посмотреть, кто здесь и что. Опять у нас, друзья мои, дорожка из листиков, которую мы должны защищать. Так, кто у нас тут? Туристы, летуны. Так, тут зомби Индиана будет. Я так понял, он крепкий. Давай возьмем с тобой мину, наверное. Возьму орех сюда. Возьму защитника. Так, сталью. Аки. И, наверное, возьмем с тобой алое жало. Наверное, вот так у нас будет все выглядеть. Наверное. А вот смогу ли я здесь пройти, это уже другой вопрос. Ладно, друзья мои, попробуем. Если не получится, возьмем с нашего огорода растения, которые умеют... Сразу делать ульту. Начинаем с подсолнухов. Такая музыка накаленная, да? Давай быстрее энергии мне, как можно больше. Так, зомби пошли. Это у нас зомбариха. Но мы ее, если что, вот так вот встретим здесь. А пока будем с тобой сажать наши подсолнухи. Мы ее оттолкнем. Она потом опять пойдет. Окей. Опачки.
А не рано ли ты, парень, тут появился? Блин, он же может растение раздавить мне. Иди отсюда. Вот это, кстати, очень сильно напрягает на самом деле. Ох, что же я сделал? Кого я поставил, друзья мои? Зачем? Он же тут с лопатой. Ему по барабану на все, ты понимаешь? Ему по барабану просто будет. Мне нужна энергия срочно его откинуть. Ой! Он взял и вы... Нет, не успел выкопать. Слава богу. Так, Аки, выходи сюда. Я даже не знаю. Подсолнухи не хочу ставить сейчас в данный момент. Блин, дайте мне хоть ульту-то, хоть какую-нибудь, хоть одну штучку-то. Эй! Ну-ка, взорвем, может быть, их миной. Давай вот так сделаем. Бамс! Шикарно. Так, замедляшку. Наконец-то мне дали листочек. Это ульта. Так, что у нас там? Зомби идет, да? А я вот сюда еще одного стингера поставлю. Здесь защиту влепим с тобой. Ульту пока прибережем. На всякий случай. Этих нужно замедлять, пускай идут медленно, не торопясь. Там у нас женщина идет, да? Мадамушка, которая с зонтиком. А этот несет палатку. Опа, установил. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой вот так вот сделаем. Зачем я вот, правда, сделал это? Сам пока не понимаю. И замедляшку не туда поставил, ё-моё. Так, давай взорвем. Хотя бы так, на первое время. Листочек, спасибо большое за листочек. Срочно мы, наверное, вот сюда вот поставим. И будем отбрасывать их. Справляемся пока, да? Вроде бы да. Вроде бы да. Давай сюда поставим стингер. Понимаешь, бесполезно выставлять сюда орех. Я уже понял. Зачем я его беру? Фиг знает. Он бесполезен, потому что этот с лопатой будет его постоянно выкапывать. И я, как понимаешь, все время об этом забываю. Хорош уже. Своей палаткой тут еще установил мне. Вот зачем я поставил сюда Аки, если тут идет барышня у нас с зонтиком. Ну вот скажи мне, а? Есть логика у меня? Нету ее. А почему? Потому что я спешу. Я тороплюсь. Я весь в панике. Слушай, ну это последняя дамочка у нас. Мы ее сейчас замедлим. Стингер, а почему ты спрятался? А? Все. Все, друзья мои, прошли. Немножко я понервничал. Но это не без причины. Так, Gold Leaf будет скоро у нас открыт. Ну что, а мы с вами пойдем на следующий этап. Так, здесь у нас, ну, практически то же самое, да? С лопатами, с зонтиками, с палатками, с кнутом и с пряником. Все как всегда. Возьму вишню, потому что мне понравилось, как она бомбит. Так, вот нам дали листочек вот этот. Я не знаю, что он делает. Дали кокосовую пушку. Зачем, интересно? И, наверное, мы с тобой возьмем Аки. Да. Без него нам будет плохо. Арбуз тут дали мне. Не знаю, почему именно таких вот мне дали растений здесь. В чем прикол? Ладно, будем сажать с тобой подсолнухи. Естественно, собирать энергию и опять продолжать ставить подсолнухи. Пока тишина, 25-й день у нас. Через 5 дней мы с вами дойдем до зомбоса. Так, ну это идет у нас обычный турист. Ничего в нем страшного нету, мы его быстренько с тобой ушатаем. Мне интересно знать, что вот этот листочек делает. Вот этот вот. Я надеюсь, это не тот солнечный листок, который я предполагаю. Что-то он даже не активируется у меня. Так, слушай, подожди-ка, давай-ка мы с тобой Аки сюда влепим. Вот так вот сделаем. А сюда поставим 3 стрела. Да ладно, ты еще скажи, что ты... Нет, не дошел. Он не дошел. Так, давай, наверное, сюда Аки поставим. Пускай бомбит потихоньку по нему. Что же этот листочек делает? И толку. Не врубился, если честно, пока. В общем, мы можем применять его на подсолнух. Так, этих нет, взрывать я пока не хочу их. Блин, вот это вот напрягает. Подбили. Давай с тобой поставим 3 стрелы здесь. Вот они будут сейчас тут бомбить.
Опа, 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 бежит, бежит охламон. Вот здесь лучше взорвать, наверное, их всех. К ядрине фени. Ну ладно, применяем с тобой этот листик. Да хорош ты, отвали. Отвали от моих растений. Инди, ё-моё. Фух, мы успели их забомбить. Давай, наверное, еще поставим с тобой здесь 3 стрел. Вот, арбуз сейчас будет бомбить своими арбузами. Я думаю, что быстро мы с этим справимся, да? Опять этот Инди идет. Опять этот Инди тут затесался. Взорвем, наверное, мы его, чтобы побыстрее справиться. Так, применим сюда листочек. Сюда поставим, наверное, 3 стрелы. Музыка такая накаленная, ё-моё, блин. Она меня аж в панику вводит. Все? Я только разыгрался. Они уже закончили мне уровень. Окей, окей. Так, ну, значит, мы еще на один день ближе к зомбосу. Поехали. У нас следующая миссия. И здесь мы видим... Так, зомби с ведрами на голове. С котелками, короче. Так, здесь уже нам дают самим лично выбрать себе растения. А листочек этот все равно здесь остался. Мне кажется, это и есть gold leaf. Хотя я могу ошибаться. Так, возьмем сталью. Стингры Аки. И, наверное, защитника, да? Такой командой, я думаю, у нас все получится. Наверное. Слушай, хотя вот нам выгодно брать 3 стрелы. По идее, да? 3 стрелы, он неплох. Или даже фасолину. А кого мы можем с тобой убрать отсюда? Кто нам не нужен? Все нужны. Понимаешь, все. Ладно, я попробую таким отрядом сыграть. Начинаем, как всегда, с подсолнухов. Ну, без них просто никуда, вообще никуда. Так, энергия пошла. Пошел набор. Давай сюда. Подсолнух в откате. Ставим. Кто у нас там идет? Ну, понятно, самый первый обычный зомби-турист. С ним мы справимся без проблем. Вообще на изи. Вначале вот так вот ряд с тобой выставим подсолнухом. Вот, а теперь давай, наверное, выставлять нашего стингера. Так. Этот листочек ускоряет, по ходу дела, да, производство энергии. Как я могу понимать. Так, идет по тому ряду, где у меня никто не стоит. Ну, энергия будет, будет. Так, сейчас мы с тобой сделаем везде защиту. На всех, как говорится, рядах. А потом уже посмотрим, что нам можно будет здесь дополнить. Пока идут обычные зомби. Вот этот, правда, усиленно идет, но мы его можем с тобой... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, наверное, вот так вот замедлим. Поставим сюда, на всякий случай, гварда. Применим листочек. И, наверное, придется бомбануть. Вот так вот. Окей. Так, этот сейчас получит. У нас, кстати, первая волна назревает, и она уже, в принципе, пошла. Где этот с лопатой? Нет его еще пока, да? Давай замедляшку тогда поставим с тобой. Здесь у нас будут стоять защитники Отечества. Ой-ой-ой, а чего вы так близко-то? Слишком близко вы появились. А, они когда висят, мы их можем подбивать, оказывается. Ё-моё. А ну-ка, лучом. Давай-давай-давай, прожаривай. Так, вот тут вот надо замедлить. Вот куда вот он прет? Опа, не успел. Кто не успел, тот опоздал. Так говорится у нас, да? Давай сюда поставим Аки. И бомбочку. Вот так вот, шикарно. Так, там с ведром идет. А это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, 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 что я, ребят, чуть не упустил. Как же так? Я только сейчас вспомнил, что я не взял с собой. Как ты думаешь, кого? Да-да, именно Бонг Чой. А я все думал, кого же мне там брать? Бонг Чой мне надо было брать, вот что. За это я поплатился, вот сюда не поставил я Аки. Вот тебе и результат. А если вот так, успеет он, интересно, его? Нет, не успеет, да? А, успел откинуть. Успел откинуть, слушай, надо их взрывать. А почему... А, с палаткой взорвался тоже. Ух! Да ладно, неужели прошел?
Вот он, друзья мои, этот листочек. На самом деле я не вижу никакого преимущества в нем. Он стоит 50 энергии. И практически столько мы получаем с подсолнуха. Может, на огород нам сбегать, а? Что у нас тут происходит? Так, забираем деньги. Сюда мы посадим новые растения. Поливаем, конечно же. Интересно мне знать, что будет делать сталия, когда ее можно будет под ульту поставить. Чем она будет заниматься? Так, бонгчой. Отлично. Слушай, пора забирать вот эти вот растения. Вот, например, арбуз. Он у меня уже тут вечность, по-моему, сидит. Вот, я их всех заберу. Окей, ну, вроде бы и все. Больше здесь... Хотя можно взять кукурузу еще. Да. Ну что, друзья, пойдемте дальше. Квест выполнен. Давай заберем тогда с собой награду. Опс, листик забрали. Я так понимаю, здесь нам дадут, наверное, да, пиньяту. А ну-ка, покажи, что у тебя здесь в ней. Так, монетки 100. Стандарт. Эндуриан. Окей. Стали. И, наверное, на этом все. Много здесь обычно не дадут тебе. Так, а что у нас тут? Поделись с доктором Замбосом, и ты получишь пиньяту. Ну, до Замбоса еще две пиньяты, так что, друзья мои, поехали. 27-я миссия, 27-й день. Что тут у нас такого? Ничего особенного. Те же самые, да? Давай-ка возьмем с тобой вот этот вот. Он у нас под ультой будет сразу бомбить. Тем более он дешево стоит. Защитник, Сталия, Ред Стингер, Аки. И последний у нас будет кто? Можно взять кукурузу. Но я не буду брать кукурузу. Я, наверное, возьму бонгчой. Вот так вот. Поехали. Выставляем. Что там уже зажужжало, зашуршало. Но мне кажется, горохострел наш не пробьет этого чувачка. Даже с, нет, с ультой, наверное, пробьет. С лопатой, которая идет. Копателя, расхитителя могил. По-другому не назвать. Вот что ты прешься, да? Нет, на одного его жалко мне тратить. Музыка-то как будто как в Аграбе звучит. Все, слишком близко ты, парень, подошел. Иди отсюда. Так, ну что, ряд у нас с вами из подсолнухов уже есть. Ой-ой-ой, а вот этого вот... Зачем он здесь нужен-то? Не надо притягивать к себе. Собирается забирать у нас солнечную энергию. Кто его об этом просил? А вот ты куда идешь, а? Олух. Отлично, справились. Так, по идее, я выставляю... Что так много-то их? Давай замедлим хотя бы маленечко-то их. А то совсем, я смотрю, страх потеряли. Опачки, у нас наверху нет защиты. Ребят, наверху нет защиты, срочно надо вот так вот делать. Окей, тут с ведром идет паршивец. Так, давай, наверное, здесь пробьем с тобой. Замедляем их, срочно замедляем. Вот куда ты прешь, а, зомби? Иди отсюда. Так, здесь, наверное, вот так вот утонем маленечко. Давай, 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 бомби, бомби. Смотри, ты чё, о, нифига. Он просто слопал. Да куда я влепил-то, господи. Ну, зачем это надо было делать? Опять, опять, ребята, я немножко здесь лопухнулся, в плане того, что я не успел поставить бонгчоя. Чё-то как-то вообще раскис, размяк. Ну и ты сам прекрасно видишь, что из этого получилось. Ничего хорошего. А ведь еще одна волна у нас будет впереди. Понимаешь, еще одна волна. Так, вот этот вот копатель, вот куда вот он идет? Так потому что окей не поставил ни одного, ты понимаешь, ни одного. Так, откинул. Про бонгчой забыл совсем. Вообще забыл про всех на свете. Давай, 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 давай.
Отлично, замедлялку. Энергию потихоньку тырит. Он еще там, смотри, бомбит лучами какими-то. Он сжигает мне растения. Что это за дела такие тут происходят? Упс. Упс. Ха-ха-ха. Энергия-то где? Господи, да что ж тут творится-то? Ой-ой-ой-ой, здесь меня промяли, друзья мои. Здесь меня промяли просто вообще в пух и прах. Придется так сделать. Я просто не хочу, ребят, сливаться в этом уровне. Мне пришлось потратить. Да давай замедлим их в конце-то концов. Этих забомбим с тобой. Все, получилось. Все-таки не зря я взял сюда скорострела гороха. Нет, это обычный горох, просто у нас под ультой идет. Ну и последнего. Да, мне пришлось потратить сколько? 900, почти 1000 голды. Но вот здесь они, конечно, мне дали шороху, потому что я сам виноват. Начал ставить горхострела вместо того, чтобы выставлять стандартную свою комбинацию. Это Аки и, конечно же, Red Stinger. Окей. Слава богу, мы прошли с тобой этот этап и передвигаемся на следующий. А мы тем временем продолжаем. И, кстати, знакомая вот эта штука вся. Короче, зомби здесь будут получать повреждения. Так, валун у нас идет сверху, а огонь идет по ряду. Усек. Значит, вот сюда мы можем спокойно с тобой выставлять подсолнухи. Как говорится, без вреда для себя. И идут орлы. Ну, их можно, в принципе, сразу уничтожить, поставив сюда любое растение. Валун их снесет. По идее, должно быть так. Выставляем сюда подсолнух. Что-то они как-то немножко идут в разнобойку. Не должно быть такого. Ну что? Вызываем, наверное, да? Или рано? По-моему, пора. Так. Опачки. И гудбай. Вот куда ты прешь, а? Куда ты прешь, я тебя спрашиваю. Так. Сжигаем их всех, кидри и нефени. Ха-ха-ха. Вот так вот будете знать. Ну, так, тихо. Тут нужен нам с тобой валун. Ну, отлично, подбили. Еще подсолнух. Так, а вот это вот нежданчик, друзья мои. А валун может их сбить, когда они висят? Может. И это классно, на самом деле, что он их может сбить. Так, сюда выставляем подсолнух. Да, в принципе, не важно, кого куда уже выставлять. Надо просто бомбить по ним. А вот тот летающий, конечно, да. Так. Летающий-то, блин. Как же нам так сделать? Окей, здесь попробуем поджарить. Так, этот у нас идет с ведром на голове. Он довольно мощный, поэтому нам нужно вот так вот сделать. Эй, парень, подожди. Да что ж ты будешь делать-то, ну... У меня немножко не вышло, друзья мои. Немножечко у меня не получилось. Мой фокус-покус. Меня это немножко расстроило. Так, сейчас пойдет еще волна. Блин, как быть-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. И кнопка. Давай, срабатывай. Замедлялка. Замечательно. А здесь нужно их поджаривать. Здесь их нужно поджаривать. Здесь не забываем нажимать на кнопку. Лопает он, довольный. Так, нормуль все получилось. Так, на верхнем ряду никого, здесь никого. Только лишь получается интуристиш у нас идет здесь, да? Правильно, вот так вот их всех надо давить. Нечего им тут расслабляться. Ну давай. Подходи по одному. Я ведь сейчас кнопочку-то нажму. Там, кстати, палатка. Даже не одна палатка, там палатки. Блин, подожди, я про эти палатки совсем забыл. Давай тогда вот так вот сделаем с тобой. Так, и наша задача теперь уничтожить эти палатки. Поехали. Так, замедляшку сюда поставим.
Окей, подбили. Вот здесь тоже нужно. Как нам это сделать-то? Как бы нам это провернуть? Давай вот так вот, наверное. Ой! Взял же свои растения. Короче, подсолнухи, вы меня извините, но у меня нет другого выбора. Надо вот так вот делать. Так, пока он заморожен, у нас одна палатка. Но я думаю, здесь мы справимся с тобой. Я еще и так вот их замедлю. Нам главное подбить палаточку, и все, и уровень будет пройден. Палатка, давай, ломайся, елки-палки. Да, иди ты. Вот тебя-то здесь и не хватало еще. С ведром на голове. Еще скажи, что выживет. Прикинь, выжил. Он взял просто и выжил. Но если он даже сюда подойдет, я его сейчас уничтожу именно валуном. Ну да, это миссия в лучших традициях Индиана Джонса. Так, новое достижение какое-то получил. Спавн-кампинг. Главное, пиньята. Кампинг, кемпинг. Ладно, давай смотреть, что нам выпадет. Ну, здесь, как обычно, наверное, по стандарту листочек. Может быть, аки дадут, может быть, стингеры. 100 монет. Ни больше, ни меньше. Стингеры. И аки, да? Ну, стандарт, набор, короче. Но все равно приятно, когда хоть что-то получаешь. Мне интересно знать, сколько нам осталось-то до зомбоса? Какой у нас день-то? Так, берем подсолнух. Ой-ой-ой, тут гаргантюа будет. Тут у нас будет гаргантюа. Я не знаю, может быть взять... Ну, сталью, понятно. Защитника возьмем также с тобой. Ко всему прочему, я возьму сюда бомбочку. Бонг Чой будет у меня здесь разруливать. Так, близнецов, я думаю, нет смысла здесь брать. Все-таки я, наверное, возьму кукурузу. Тут маг. Тут будет у нас маг. Тогда возьмем аки. Я не знаю, стингер нужен нам здесь, нет? Вопрос очень интересный. Нужен ли нам здесь стингер? У нас из... Ну, в принципе, блин, я не знаю. Если эти бабы пойдут у нас с зонтиками, да, у нас практически нечем им ответить. Придется брать стингера. Значит так. Черт подери. И убирать-то никого неохота, если честно. Ладно, я попробую так. Я попробую вот такой командой. Блин. Но если честно, очень будет напряженно здесь. Прямой атаки у меня практически нету. Все на весиком идет. Только лишь Бонг Чой, если что, сможет нам тут подсобить. А давай забираем. Так, это у нас интуриста идет. Первый плешивый зомби. Самый простенький, так сказать. В уничтожении. Если что, будем выбрасывать кукурузу с тобой. В первых рядах. Слушай, а если вот так вот сделаем? Пускай он ему бомбанет хорошенечко. Здесь, наверное, мы также с тобой поставим Бонг Чой. Пускай стоит. Энергия пока идет. Сюда поставлю. Ну, чтобы заодно получать дополнительную энергию. Я для этого их, в принципе, сюда и выставляю. Вот здесь бы, кстати, не помешал бы орех, если честно. Слушай, а как мы с этой дамочкой справимся? Довольно быстро или нет? Хочу посмотреть. Так, смотри, вот он ее бьет. Слушай, ну быстро довольно-таки. Так что пока даже, я думаю, переживать не стоит. Вот эти вот летающие меня раздражают. Ей-богу, тебе говорю. Но Бонг Чой их просто уничтожает на раз-два. Отлично. Так. Идет, явился, блин, не запылился. Да-да, именно с лопатой, чудик. Раздражает, просто нет слов. А что я могу сделать? Я могу здесь вот замедляшку поставить. И ультануть. Вот так вот. Спустились на землю грешную. Так, тихо, 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 тихо. Чего они там поедают-то? Давай еще с тобой сбросим ульту. Там их слишком много накопилось. Упс. А здесь-то их накопилось тоже немало. Так, ульта.
Давай, давай, Бончо, быстрее вали их, пока они... Пока они тут задумали что-то неладное. Ой, Гаргантюа уже идет. Да я хорош энергию похищать-то уже у меня. Давай еще сделаем с тобой. Так, пока он там оглушенный, можно бомбить его. Так, сейчас только он отойдет, друзья мои, сразу будем ульту выбрасывать. Че, вроде получается пока. Пока. Сейчас пойдет, мы опять с тобой... Мы замедляшку туда еще бросим. И бомбочку, конечно же. Вот и все, делов-то на копейку. Он думает, что мы ему тут все простим. Так, еще один Гаргантюа там ползет. Так, а этих-то мы не можем пробить. Смотри, у нас отскакивают. Отскакивают кукурузины. Ну, Бончо, давай, вали. Окей. Так, у нас там где-то, друзья мои, я смотрю, маги балуют. Вон они вдалеке стоят. Мне нужна бомба. Мне нужна бомба вишня, чтобы их там подорвать всех. Давай вот так вот. Опа. Ну а ты куда разогнался, а, парень? Вот куда ты идешь? Бамс. Бомбит. Еще этот мелкий тут пришел, а? Почему такие проблемы у меня с энергией, а? Друзья мои. Так, а ну-ка еще кукурузину сюда поставим, чтобы он ничего не смог сделать. Или он ударит. Он ударил, но не попал. Давай, Бончо, ему в спину бомби, бомби, бомби со всей силы. Чтоб знал, почем фунт лиха. На. Справились мы с вами. Остается последний Гаргантюа. Пускай он идет. Мы его сейчас еще даже немножко вот так вот. Опа. И мои растения, я думаю, что с ним покончат сейчас. Буквально с минуту на минуту. Так, бумс ударил. Давай, Бончо, вали его, пока он там еле-еле двигается. Травяной кулак нормально бомбит тогда. Добомбился. А если я бомбочку поставлю? Все, спекся парень. Слушай, ну, в принципе, моя стратегия здесь нормально сработала. Никого не потеряли. А тут и не было у нас, кстати. А, нет, были, были, мы уже получили за них деньги. Ну что, двигаемся. Босс-замбосс нас ждет. У нас с вами 30-й день. Это последний день перед замбоссом. Ну, тут, конечно, они круто сделали, я тебе скажу. Вот на этой территории я никого не могу посадить. И что вы прикажете мне? Молодцы. Не знаю, зачем я взял Эндуриана, но он мне нужен будет здесь, это однозначно. Фасольку нет, возьму я, наверное, бомбочку. Ой, господи, дай мне сил справиться с этими охламонами. Ну вот как вот тут быть? Сюда я ничего не могу посадить. Слишком маленькая территория. Понимаешь, да? Где я могу тут разгуляться. Как сейчас это будет выглядеть? Блин, трындец. Ну, эту дамочку-то я поставлю. Ой, Эндуриана я поставлю сюда. Опять я понял, кого я забыл взять, друзья мои. Ну, конечно же, нашего, блин, Бончоя. Забыл я его взять, к сожалению. Куда ты там идешь лыбиться? Эй, с палаткой. Со своей. Оу. Парень, ты здесь лишний. Ты здесь лишний. Да погоди ты. Секунду, что, как, чё, куда, почему. Блин. Выкапывальщик, а. Да ну, чё за уровень-то такой. Ты достала, серьезно говорю уже. Зашибись они. Обалдеть. Слушай, ну тут трындец какой-то получается у нас. Самый настоящий. Вот что значит не взять Бончоя. Вот что значит, друзья, ребят. Вот тебе и фейл. Вот тебе и фейл получается. Ну что ты там жрешь, нахрумкивает он мне там. Так, давай.
Плохо, да? Плохо сработало. И это еще одна волна пойдет. И это еще сейчас одна волна у нас побежит. Ну, предположим. Нет. Нет, нет, нет. Лучше вот так вот сделаем. Окей. Тут замедляшку. Почему не сработало? Эй, я же говорю... А, там палатка стояла, я ее не увидел. Вот, по-моему, друзья мои, и проиграли мы. Вот это сейчас пролетит. Меня никак его... К сожалению, мне никак его не задержать. Все. Бонг Чой нужно брать. Проиграл. Обалдеть. Ё-моё. Слушай, ну на самом деле, что они тут устроили мне, а? Конечно, повтор. Начинается. Слушай, а может быть нам с тобой фасолину взять? Не знаю, нужна ли она. Так, уберем с тобой, наверное, здесь. Да, Эндуриана уберем с тобой. И поставим лучше нашего Бонг Чой. Вот этого. Можно было бы еще взять лук на самом деле. Он тоже не был бы здесь лишним. Вот от Стингера здесь, по-моему, мало толку. Потому что он больше прикрывается, чем атакует. Кого бы еще-то взять, а? Шипы вряд ли нам здесь помогут. Электрический стеблек здесь тоже не особо хорошо будет рулить. Луковицу. Прямая атака есть. Ну, будет у нас Бонг Чой одуваться за всех. Можно взять, в принципе, чертополох. Попробуем, наверное, да? Попробуем такой командой. Блин. Жестко, конечно, на самом деле. Давай, начинаем с подсолнухов. Они появляются, причем сразу же. И как мне их тут атаковать? И далее еще на три клетки, на три дорожки меньше территории. Молодцы. Что я могу сказать еще по этому поводу? Так, Бонг Чой один у нас стоит. Пускай бомбит их потихоньку здесь. Второго мы поставим с тобой сюда. Этого надо замедлить. Этого мы с тобой замедлим. И вот сюда поставим Бонг Чой. Пускай он разбомбит, чтобы он не выставлял здесь никакой палатки. Ну что опять? Что опять? Ну-ка. Ты посмотри... А, не успел выкопать. Я уже думал, что он сейчас выкопает нам Бонг Чой. Но нет. Вот это тоже, конечно, тут... Обалдеть, да? Ну? Может, одних Бонг Чой здесь понаставить? Чтобы они тут бомбили без остановки просто-напросто. Как вариант. А ну-ка. Давай-давай-давай. Вот так вот. Молодец, красавчик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Окей, окей. Так, сюда бомбочку. Нормуль. Пока хорошо, друзья мои. Пока держимся. Но это опять же пока. Да ты достал уже тут. Копатель мозгоклюй. Блин, неужели придется... Придется, ребят, придется. Смотри, видишь, летят. Давай этого мага-заклинателя ушатаем с тобой. Этого откинем. И вот здесь вот еще пришлепнем его. Фух. Так, палатка, я смотрю, тут, да, стоит? Из нее зомби же обычно прут. Так, это, блин, не то взял. Давай, Бонг Чой. Да что, не достает до палатки еще. Давай следующего. Следующего поставим, он должен достать, дотянуться. Добомбить. Ой. А этот откуда взялся? Че за дела-то? Я как его, я мог пропустить-то? Погоди, так не пойдет, парень, дело. На тебе заключительную бомбочку. Да, еще 1000 я потратил. Ну тут на самом деле дали вот территорию такую. Как хочешь, так и отбивайся. Вот она, пиньяточка, друзья мои. Пиньяточку мы с тобой сейчас откроем и пойдем на зомбоса. 100 монеточек. Сталия.
Она прокачивается, кстати, быстрее, чем остальные. И Red Stinger. Нам, наверное, надо будет зайти в огород и взять растение. Кого будем брать? Так, ну-ка, муха, давай-ка здесь вот полей, пожалуйста. 42 минуты. Ну что, возьмем защитника с тобой. И орех. Зачем мне орех? Ума не приложу. Ну, пускай будет. Все. Ну что, зомбос, я иду к тебе. Погоди-ка, а разве сейчас зомбос будет? Нет, друзья мои. Зомбос еще не сейчас. Это через уровень. Так, ладно, здесь у нас, как обычно, защита. Показали нам. Так, давайте мне выбор. Ах ты, ядрена матрена. Никакого выбора мне не дали. А вот этот стебелек что делает? Поставим, проверим, чем он занимается. Так, пока этот зомби идет, мы с тобой грибочки будем тут рассаживать. Так, мне дали здесь жабу. Я не знаю, какая-то грибная, солнечная. Фиг ее поймешь. Ну что ты идешь, а, олух? Ну-ка посмотрим. Че-то он вообще ничего не делает, друзья. А смысл тогда от него? А! Нужно кликать самому. Слушай, ну это прикольно. Ладно, давай проверим. Тихо, 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 тихо. Ребятушки, успокойтесь. Давай так вот мы его поставим сюда. Что вы тут палатки свои понаставили? Ну, палатки нужно уничтожать. Понятное дело. Бонг-чуя у меня здесь нету. Отдувайся, отбивайся, как хочешь, называется. Тихо, куда ты прешь? Куда ты прешь, а? Да чтоб вас всех тут разобрало на тысячу кусочков. Давай, эндурион, прикрывай. А что, ульты здесь не будет, что ли, я так понимаю, да? Вот, вот она, вот она, вот она, ульта. Да, я посмотрю, что она делает на стебельке на этом. Жарит каким-то лучом, но... Если честно, как-то не особо хорошо зашло. Но... Понятно. Эта штука стреляет только тогда, когда у тебя есть солнечная энергия. Солнечной энергии нет, извиняй. Прощай, как говорится. Так, ладно. Да энергии тут нужно целая куча. Просто тонны, миллионы этой энергии нужно, чтобы тут отбиться от этих зомби. Придется опять применять. Сдуть их подальше. С энергией большущие проблемы. Понимаешь, да? А с лопатой-то я по-прежнему не могу пробить. Кто-то мне написал в комментариях: Рэй, игра пока прощает ошибки. Я уже понял, к чему он это написал. Игра пока прощает ошибки. Давай применим с тобой ульту, наверное, вот сюда. Тут надо все и замедлять. Тут надо энергию эту ловить, чтобы... Ну вот куда ты прешь, а? Ускоритель зомбарский. Тут еще, видишь, вот этот вот чудик маг, очень противный. Он своей магией тут все просто уничтожает. Сжигает мне мои растения. Крадет энергию. Ну просто трындец. Че, опять что ли сейчас мы тут сфейлимся, я так понимаю? Нет? Пока не могу понять. Вот здесь вот, друзья мои, мне совсем не нравится. Так, энергии нету. И этот еще похищает ее, а? Я не хотел просто... потерять ни одной газонокосилки. Походу дела так не получится, да? Ну, окей, отбился. Давай сюда поставим. Дайте энергию мне, грибочки. Я же от энергии завишу здесь полностью.
От солнечной, естественно. Так. А эти будут идти постоянно, да? Там нужно палатки нам поуничтожать. Нам нужно с тобой уничтожить все палатки. Так, я могу вот здесь вот просто грибов понатыкать целую кучу. Сам не понимаю, для чего. Ну. Вот она, энергия. Этого замедлим. Остается одна палатка всего лишь. И мы ее сейчас уничтожим. Все. Офигеть, трата денег, блин. Не люблю, когда дают вот определенный набор. Играй как хочешь, называется им. Было 10 тысяч, даже больше. Осталось почти 8. Но зато сейчас у нас будет доктор Замбос. Ой, поехали. Ну что, друзья мои, вот мы и добрались до Замбоса. Ёлки-палки. Поехали, посмотрим, что он здесь будет делать. Как вообще будет выглядеть этот босс. Ну все, хорош. Ох, ё-парасоте. Это ведь все неспроста, так ведь? Это все неспроста. Ага. На дирижабле появился. Ну что, поехали. А, тут у меня на мой выбор. Так, Бонг, че, ты будешь его бомбить? Окей. Эндуриан, вставай сюда. Ой, зачем я так сделал? Здесь нужен стингер. Хотя все нормально, в принципе. Давай-ка мы тут замедлим их. Замедлим. Бонг Чой, выходи. А, ты не можешь его подбить, да, пока он висит? Я понял. Ну что ты так долго этого летчика-то бомбишь, ё-моё. Давай замедлим. Так, тут у нас барышня была. Стингер. Стингер, давай бомби, пожалуйста, там. Давай сюда поставим. Он лютует, он психует. Я вижу, вижу, друзья мои. Так, Аки, куда тебя влепить? Давай сюда поставим. Так, замедляшка. Замедляшка. А мы... Ты смотри, что он делает. Ты понял? Он нажимает, друзья мои, на кнопки. Ну и, соответственно, уничтожает мои растения. Обалдеть. Обалдеть. Так, подожди, подожди, подожди. Стингер здесь не справляется. Здесь нужен Аки. Блин, мне... А, так. Опять целый ряд уничтожил мне просто-напросто. Хе-хе-хе-хе-хе, ржет. Дурик. Так, замедляем. Что-то я не смог замедлить. Давай, 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 замедляемся. Что за дела-то происходит? Выставим сюда, наверное. Эндуриана поставим. У нас на каждой дорожке. Что он там делает? На каждой дорожке должен быть стингер и как минимум один Аки. Если мы хотим с вами нормальных результатов. Вот, например, здесь у нас нету с тобой Аки. Так, что он там запрыгал? Залепетал. О, смотри, Бонг Чо, как ему наяривать сейчас. Так, нужно поэкономить, потому что он может... Он сбрасывает, видишь? Смотри, сбрасывает мешок. И мой ряд просто уничтожается. Вот так вот он делает. Да ну! Может, хорош уже тут, а? Чудить. А кто нажал? А, зомби здесь нажал на кнопку. Офигеть, просто взял, ряд мне снес. Здесь что-то он разошелся, не на шутку. Ну и чего? Повисли тут все, а? Так, Аки, Аки, это, конечно, все хорошо. Так, еще одна. Ребята, зомбариха идет у нас. Сейчас мы получим с тобой ультушечку. Ну, листочек. Так, там пока горит. Ничего нельзя ставить. Замедлим их. Почему я не могу поставить? Так, отбиваемся, друзья мои. Как можем? Бонг Чо нам в помощь. Главное, чтобы эти
ушлепки не наступили на кнопку. Если они наступят на кнопку, то пойдет камень. И этот будет ряд уничтожен. Понял, да? Окей. Слушай, у него последняя полосочка ХП осталась. Нам нужно с тобой поднажать. Он сейчас будет еще больше психовать. А, мы его тоже можем замедлять. То есть Сталия замедляет его. Это, кстати, хорошо. Пока он в замедлении, мы с тобой можем его бомбить. Бонг чё мало дает мне? В основном вот Аки, да, Стингер. Так, Эндурион, встань сюда, пожалуйста. Да что ж ты, вот сюда вот встань. Прикрывай меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, успеем подбить, да должны, по идее. Так, замедляшку надо поставить сюда. Да ё-моё, тут все занято. Целый ряд опять уничтожил. Но он и зомби тоже поджигает тем самым действием. Что они тут висят, зависли? Ну, отлично, молодцы, красавцы. Опять, он не успокоится, понимаешь? Он не успокоится. Куда еще влепить? Сюда, может быть? Оп, столько поставил сюда растения, он взял их и сжег. Сбросил, как говорится, мешочек на кнопку. Нет, ну вот боссы здесь на самом деле очень классно сделаны. Этот зомбосс, ну вообще прикольно. Тем более с его технологиями. Мне чем-то он напоминает Укона из игры Gear Tactics. Тот тоже придумывает всяких разных монстров. С одним из них я уже дрался. Брумак его звать. Кому интересно, можете зайти, ребят, на второй канал мой и посмотреть, как этот бой происходил. Так, замедляем. Выставляем сюда Эндурена. Слушай, я думаю, что мы сейчас его победим. У него осталось очень мало хп. Мы можем даже, наверное, вот так с тобой сделать. Да! Хе-хе-хе-хе! Подбили мы его. Его там накрыло. Машет что-то ручонками. Да-да-да. Дэйв, как всегда, обрадовался. Че он со своим тако? Он все ищет свою тако, что ли? Я не могу понять. Ну что же, зомбосс от нас, ясен перец, убегает в следующее измерение. Ну, а мы его, естественно, преследуем. Трофей потерянного города. Так, квест комплит. Тут мы с тобой прошли. Давай заберем нашу честно заработанную пиньету. И тут, как всегда, да? Окей, Стингер. Нормуль. Спасибо. Так, Сталия. Угу, и окей. Ну что, а теперь хотелось бы посмотреть, что у нас за уровень откроется. Так, выходим с тобой на карту. Lost City, 32 из 32. Far Future Unlock. Вот такие вот у нас здесь будут растения. Такие вот выглядят пиньяты. И это будет трофей. Используем ключ. Так, подожди, а что тут у нас? Новый квест. А, ну да, правильно, новый квест, потому что мы с тобой открыли новую территорию. Ну что, друзья мои, наверное, один уровень мы с вами сейчас поиграем, посмотрим. И будем потихонечку заканчивать. Поехали. Ай, подожди, куда-то я нажал не туда. Ну, покажите мне, пожалуйста. Так, 4000 лет в будущее мы переместились. Так, и что же? Нажми. В плане, куда? Сюда? Ах, вот оно что. Понял, спасибо за разъяснение. То есть я могу сюда нажимать, да, на одного применить ульту. И автоматически будет срабатывать она у второго. Ну-ка. Ну да, так оно и есть. На этом все? Конечно. Размечтался, на этом все. Это мне так.
как говорится, для поучения показали. Что нам здесь? Наверное, я не знаю, стингера возьмем с тобой. Может быть, бонг чой нам здесь тоже понадобится. Здесь летающие есть. Орех я пока не вижу в нем смысла. Давай возьмем с тобой вот этот вот большой орех, чтобы через него не могли пролететь. И защитника. И последний это будет у нас, ну давай, пускай будет Аки. Все, друзья мои, поехали. Поехали. Будущее, космические технологии. И зомби даже здесь главное, да? И есть, ну а как же. Где есть живая плоть и сущность, везде будут зомби. Ну, самые начальные, легенькие, я думаю, да? Я представляю, какой здесь будет Гаргантюа появляться. Какой-нибудь космический, да? Окей. Так, а здесь-то у нас что? Здесь никого нету, давай-ка. Оу, я совсем забыл, что у нас защитник-то с ультой. Вот так вот. Защитник у нас с тобой с ультой выходит сразу же. Это хорошо, между прочим. Ну, первый уровень, я больше уверен, что будет самый-самый легкий. Потому что он как бы... Так, погоди. Этого не подпускаем. Не подпускаем. Вот так вот, все, мы его сбили. Внизу у нас с тобой никого нету. Только лишь защитник там бедняга отбивается. Поэтому нам надо с тобой... Давай сюда вот так вот поставим. Стингера. Ну-ка, проверим, друзья мои. Проверим сейчас кое-что. На всех это будет работать? Да, это работает абсолютно на всех. То есть вот эти вот, кто стоит в таких вот клеточках помеченных, да? Ну куда ты летишь-то? Летун. Разогнался он мне здесь. Бонг, чё, я тебя жду, ты мне здесь нужен. Вот, давай, бомби по ним. Ульта. И все, в принципе. Мы с тобой... Нет, еще не все. Еще не все. Вот один остался шитик. Сейчас мы с тобой подобьем. Музыка что-то повеселела. А что вдруг повеселело-то? Сдулся парнишка. И мы с тобой получаем какую-то космическую фасоль. У меня все, кто вот так вот выглядит, все будут фасолями называться. Так, а, это, ну да, фасоль, лазербин. Все, я правильно сказал. Ну что, ребят, выходим на карту тогда. Мы выполнили с тобой квест. Заберем награду, я не знаю, что здесь у нас. Я думаю, наверное, пиньяточка будет, скорее всего. Да, первая космическая пиньята. И что нам выпадет? 100 монет, кто бы сомневался. Лазерные фасольки. И все. Сказали, хватит тебе и этого, парень. Окей, хватит так хватит. Что мне еще посоветовали вы? Играть в Пенни? Слушай, а можно я на аренку схожу разочек, а? Ох, ё-моё. А, я не могу или могу? Курент. Чё-то не могу, видимо, принять, ребята. Через 22 дня закончится или что? Мне не хватает, видимо, да. Вот этих вот, ребят, перчаток. Чтобы приступить к игре. Раньше, я помню, можно было один раз сыграть бесплатно. Почему-то здесь... Может быть, вот так начнем? Поехали. Симба. Какой-то Симба против нас. Или мы против него, неважно. Посмотрим. Ё-паразоте, серьезно? Иди, чё? Какой у меня здесь великий выбор. Просто обалдеть. Так, лазерный бин возьмем с тобой. Я не знаю, возьму мину. Бомбу, точнее. Подсолнухи. Да они меня разнесут здесь. Я уже предчувствую просто-напросто. Что сейчас здесь будет твориться? Чё, поехали? Посмотрим. Обычно на этих заданиях, ребят, придется тратить очень-очень много
Что такое? Let's Rock. Но Лазербин. Давай вот сюда поставим его. А сюда Аки. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Динозаврик, отвали. Замедляшку. Так, а что вот это вот делает? Я хочу просто посмотреть. Что-то он ничего не делает. Вообще ничего не делает. Просто стоит там, что-то жует, блин. А в чем это? Прикол-то в чем? Сейчас подойдут и уничтожат меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Как так-то? Я не успел начать играть, уже сфейлился. Уже гаргантюа бегут. Молодцы, что я могу сказать еще? Лучом прожарил. Что же это? Ага, вот он что делает. Да иди ты. Нет, он тут что-то как-то вообще жестко, если честно. Это жвачку жует. Он просто, ребята, замедляет, видишь? Он их замедляет, они... Так, у меня больше нет ульты. А этот сейчас будет проминать, да? Так, а если я бомбочку? Бам, слопнул. Тут замедляшку. А что мне эта замедляшка даст? Давай жвачку сюда бросим. А может это действительно какая-то жвачка? Видишь, они вон все приклеенные там. Нет, нет, нет. Взял, раздавил мне просто. Серфинг этот никудышный. Ну, Сталия, давай, срабатывай. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Поехала, поехала. Вот сюда мы с собой бом... Почему я не могу поставить сюда бомбочку? Бамс. Ой. Ой-ой-ой. А что у нас, ребята, эти не восстанавливаются, что ли? Он стоит 200. Этот лазерный фасольщик. Бамс, просто уничтожает, сжигает всех. С энергией, конечно, у меня здесь, ну, просто беда, ребят, просто беда. Слушай, нет, восстанавливаются у нас с тобой газонокосилки эти. Не так, конечно, быстро, как хотелось бы, но они восстанавливаются. Так. Раздавили. А этот-то у нас тут остался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, идет. Что? Брейринг? Кто победил? Я. Жить. 5 корон. А корона зачем мне? Слушай, я заработал 1000 монет. Слушай, неплохо, ребят, неплохо. Так, ну что, пойдем вот дальше. Я смогу дальше вообще пройти или нет? А, мне же бесплатно только один раз, по-моему, можно, да? Да, один раз только можно. Слушай, я бы с удовольствием бы хотел. Что это такое, я не могу понять. Это вроде как и не пинья, или пиньята. Ну вот это я знаю, что пиньята. А вот это, может быть, посмотреть, друзья мои, рекламочку, а? Давай попробуем. Да, да, мне, по-моему, дали одну перчатку. Поехали, друзья мои. Дхум 90 против меня. Или я против него. Не имеет значения, давай смотреть, что у нас. Вообще-то это, по-моему, мы не друг против друга, а он дерется по-своему, а я по-своему. И кто у нас лучше, как говорится, покажет тактику, и кто лучше набьет, только тот, наверное, и выиграет. Я так понимаю. Так, ну что, давай, наверное, возьмем стингера с тобой. Бинчик вот этот неплохой, между прочим. Так, ну вот, дальше что делать? Бомбочку эту взять? Мину? Хм. Нет или да. Я вот даже не знаю, что лучше сделать. Ну ладно, попробуем так. Ух, была не была. Погнали. А, тут можно расставить вначале все, да? Потом запустить. Давай так с тобой и поступим. Все, let's rock. Надгробия надо уничтожить, чтобы они не мешали.
Мне нравится, что у этой лазерной фасоли она может пробивать просто ряд. Это, в принципе, офигенное преимущество у нас. И вот не могу понять, что вот этот вот динозавр здесь делает. В чем его суть? Он вроде как идет, идет, потом разворачивается и все. В чем прикол? Объясни мне, пожалуйста. Эй! Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот, конечно. Бэм! Газонокосилка сработала. Так, а я могу, интересно, здесь. Так, что он делает, я не могу понять. Он что-то делает. Ой, тут Гаргантюа уже идет. Джж. Да ладно, почему не. А, нет, сработало, сработало, ребята. Извиняюсь. Да что же он там делает, я не пойму я. Что-то ест, 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 ест. Все лопает и лопает. И кто их так подкидывает сюда, ко мне? Ну-ка, лучом жарь их. Так. Бублигум использовали с тобой. То ли этот динозавр их подкидывает сюда, ко мне, то ли что. Ой, смотри, что происходит, друзья мои. Как-то они тут пробились. Почему, блин, я бунг чё не взял с собой, а? Вот объясни мне. Почему я про него забыл? Так, откинули, да? Тут нужны подсолнухи. Тут надо много подсолнухов. Во-во-во-во. Чё творит, а? Ты посмотри. Так, давай его отсюда выбросим. О, Гаргантюа большой вышел. Вышел здоровенный Гаргантюа. Давай так вот. Динь-динь-динь-динь-динь. Побомбили. Откинь ты этого. Могу я его откинуть, нет? Не пойму нифига. Этот там тотально, конечно, все жарит. Слушай, ну он же. Ох, да. Пошло, пошло, поехало. Жестко. 30 секунд осталось, ребят. 30 секунд нам осталось продержаться здесь. Надо как-то. Надо крепиться. Ох ты, ничего себе он сделал. Он, смотри, он может. Он отталкивает. Вот этот чудик отталкивает мои растения. Что за супер технологии у зомби, а? Объясни-ка мне, пожалуйста. Все, кто выиграл, интересно? Я. Я выиграл. Да, по очкам, друзья мои. Ух ты, он, по-моему, вообще даже не играл. И вот мы с тобой заработали. Что это такое, я не знаю, какая-то банка зомби. Открыть написано. Слушай, это пиньята. Эндуриона получили с тобой, окей. И все? И все? Ладно. Так, мы можем с тобой посмотреть еще рекламу, да? И сыграть. Тут три пиньеты. Ладно, ребята, будем, наверное, закругляться. И так слишком много времени уже сегодня потратили на это все дело. Так. Один из подписчиков спрашивал, что это за конфеты. Я тоже, ребята, никак не могу понять, что это за конфеты. Кстати, у нас с тобой сколько уже? 95, 100, давай 100, пожалуйста, дай 100 гемов мне. 97, блин. 97 гемов, ребят, 100 набираем и покупаем с вами новые растения. Надеюсь на вашу подсказку, кого лучше будет купить. Ну, а на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.